Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 807. Лена, Света, Маша, Катя и Наташа пришли к зубному врачу. Сколькими способами они могут встать в очередь? И к зубному врачу у нас пришли 5 девочек. Поэтому первой зайти в кабинет врача может любая из этих 5 девочек. То есть в первой встать в очередь. То есть первую девочку поставить можно 5 способами. На первое место 5 способов девочку поставить. Так, кого-нибудь из этих 5 девочек мы на первое место уже в очередь поставили. Значит, на второе место претендуют уже 4 девочки. То есть на второе место 4 способа поставим девочку. Соответственно, на третье место 3 способа. На четвертое место 2 способа девочку поставить в очередь. И последнее, пятое. На последнее, на пятое место будет претендовать одна оставшаяся девочка. И всего у нас получается 5 умножить на 4 это 20, умножить на 3 это 60, и 60 умножить на 2 будет 120, ну 120 на 1 будет 120, то есть 120 вариантов. Девочки могут встать в очередь. И выполнили задание 807. Ну, если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.